Прокуратура встала на защиту жилищных прав инвалида. В октябре мужчине пришли счета за оказание коммунальных услуг сразу от двух управляющих компаний, тогда как жильцы поменяли домоуправление. В ходе прокурорской проверки установлено, что компания «Вектор» необоснованно выставляла собственнику одной из квартир денежную сумму в размере 3353 рублей. Прокуратура Фрунзенского района отстояла интересы мужчины в суде. С целью устранения выявленных нарушений прокурором района было принято решение обратиться во Фрунзенский районный суд в защиту интересов инвалида с требованием признать действия управляющей компании по включению в счета квитанции об оплате коммунальных услуг незаконными, а также обязать управляющую компанию в течение месяца от дня вступления в силу судебного решения перечислить указанную денежную сумму на расчетный счет гражданина. Решением Фрунзенского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а устранение выявленных нарушений оставлено на контроле в прокуратуре Фрунзенского района.